Отель «Атлантика Айнис Резорт» расположен в 45 километрах от аэропорта города Ларнака, всего 50 минут езды на автомобиле, и в 2,5 километрах от центра города Айя-Напа. В аэропорту рядом с залом прибытия находится стоянка такси, на котором можно доехать до отеля за 50 евро. Отель расположен в 100 метрах через дорогу от самого красивого пляжа Айя-Напы – Ниси Бич. Айя-Напа может похвастаться 14 пляжами с голубым флагом, которые расположились на 8-километровой береговой линии. Здесь белые пески и кристально чистые воды. Шезлонги и зонтики на пляже платные. Отельный комплекс, состоящий из главного корпуса и бунгало, спроектирован в традиционном средиземноморском стиле. Территория отеля зеленая и ухоженная. На ней расположен огромный бассейнный комплекс лагунного типа, включающий в себя фонтаны, джакузи, мостики и водопады. Есть отдельный детский бассейн с аквапарком, где могут безопасно поплескаться самые маленькие гости отеля. Wi-Fi есть бесплатно в номерах и на всей территории отеля. Отель предлагает классические международные и местные блюда с использованием лучших местных ингредиентов. Ресторан у бассейна «Нептун» предлагает восхитительные блюда на завтрак, обед и ужин. Ресторан «Лавиния» работает на завтрак, обед и ужин по системе «Шведский стол». Ужин проходит с шоу по приготовлению пищи и фортепианной музыки. Предлагается специальное детское меню. Также есть а-ля-карт ресторан «Green and Grill», который работает на ужин по предварительной резервации. Есть таверна «Алви» с кипрской кухней. Работает она на ужин. Также есть 4 бара у бассейна. В отеле всего 326 номеров различных категорий. Номера Twin Inland View Room, Twin Pool View и Twin Swim Up имеют площадь 26 квадратных метров. В номерах есть одна двуспальная или две односпальные кровати. Максимальное размещение 2 человека. Номера Double Inland View Room и Double Pool View Room имеют площадь 32 квадратных метра. В номерах есть двуспальные или две односпальные кровати и дополнительное спальное место. Это диван-кровать. Максимальное размещение 3 взрослых или 2 плюс 1. Номера Premium with Direct Pool Access имеют площадь 32 квадратных метра. В номерах есть двуспальные или две односпальные кровати и дополнительные диваны. Максимальное размещение 4 взрослых или 2 плюс 2. Номера Inland View Room with Partition, Pool View Room with Partition и Premium Swim Up Room with Partition имеют площадь 32 квадратных метра. В номерах есть большая двуспальная кровать и дополнительные диваны. Максимальное размещение 4 взрослых или 2 плюс 2. Также есть номера с джакузи и люксы. В отеле есть просторные номера для людей с ограниченными физическими возможностями с доступом на инвалидных колясках. Сейчас вы видите номер Premium Swim Up Room. Площадь этих номеров составляет 32 квадратных метра. Максимальное размещение в этих номерах 4 взрослых или 2 плюс 2. В номерах есть большая двуспальная кровать, дополнительные диваны, ванна или душ, телефон с прямым набором номера, полностью укомплектованный мини-бар по запросу, электронный сейф, цветной телевизор, местный спутниковый прием, бесплатный Wi-Fi, приветственные подарки, кондиционер, центральное отопление, фен, PlayStation, чайник или кофеварка, эспрессо-машина, банные халаты и тапочки, туалетные принадлежности, меню подушек, терраса и прямой доступ к бассейну. Отель в течение года предоставляет возможность своим гостям поддерживать себя в отличной форме. Здесь есть хорошо оборудованный тренажерный зал на 2 уровнях, крытый бассейн с подогревом, корт для сквоша, 2 теннисных корта с освещением, мини-футбол, а также 2 футбольных поля прямо через дорогу от отеля. Есть современный спа-центр с опытным персоналом, который поможет гостям отеля избавиться от повседневного стресса и расслабить свое тело от напряжения. Спа-центр платный. Особое внимание уделяется самым маленьким гостям отеля. Есть детский клуб для детей от 4 до 12 лет с детской площадкой и игровой комнатой. Специально обученные аниматоры обеспечат детей веселыми играми и мероприятиями. Услуги няни предоставляются по запросу платно. В отеле проходят ежедневные развлекательные и анимационные программы для всей семьи.
Днем это игры в бассейне, дружеские викторины, спортивные соревнования. Ночью в амфитеатре проходят различные шоу-программы, танцевальные и игровые шоу, живая музыка и фольклорные номера. Есть также дискотека для детей. В Атлантика Айонис есть свадебные места для свадебных церемоний. На территории отеля расположена церковь Эней. Гостиничная сеть Atlantica Hotels – признанный лидер по обслуживанию корпоративных клиентов. Для этого в распоряжении отеля имеется полностью оборудованный конференц-зал и банкетный зал. Рядом с отелем находится автобусная остановка. У любителей путешествовать самостоятельно есть возможность объехать весь остров. А мы переходим к следующему отелю сети Atlantica. Atlantica Stavrolia Gardens 3 звезды. Отель Atlantica Stavrolia расположен недалеко от отеля Atlantica Айонис. Atlantica Stavrolia – это небольшой гостеприимный семейный отель. По-домашнему уютный, зеленый, благоустроенной территорией. Отель предлагает качественный сервис и отличную кухню. Всего в нескольких минутах ходьбы от него сосредоточено большинство дискотек и ресторанов курорта. В отеле можно забронировать проживание на базе полупансиона, завтрак и ужин, напитки за ужином за дополнительную плату. И все включено. Можно менять ужин на обед. Для этого нужно предварительно предупредить на ресепшене. В ресторане подаются блюда национальной и международной кухни. Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, легких закусок в баре у бассейна. На территории отеля есть открытый бассейн с джакузи и водопадом и отдельный детский бассейн. На уютных террасах рядом установлены шезлонги и зонты. Отель находится на третьей линии от моря. Ближайший пляж Nisi Beach, 500 метров от отеля, многолюдный. Немного дальше, в 15 минутах ходьбы, есть пляж Landa Beach, он спокойнее. На пляже есть бар, лежаки и зонтики по 2,5 евро. Есть туалет и душ. Всего в отеле 68 номеров. В отеле есть номера стандарт, Family и Superior. Сейчас вы видите номер стандарт, вид из номера на окрестности. Площадь номера составляет 20 квадратных метров. Максимальное размещение 2+1. В номерах есть одна двуспальная или две раздельные кровати, балкон или терраса, кондиционер, телевизор, фен и сейф по запросу, он платный. Интернет в зоне лобби бесплатный. Скорость зависит от количества пользователей. Анимация 2 раза в неделю. В среду для взрослых, в четверг для детей. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Smart Travel. Вас ждет еще много интересных видеообзоров. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!